Хочу вам показать вот такой подарок. Обзор пока сильно делать не буду, потому что еще сама толком ничего не понимаю. Ну, нет, понимаю, но многого сказать не могу. Вот такой вот у меня стабилизатор Моза Мини. Так, Моза Мини Ми называется. Быстренько просто открою. Я что хочу сказать? Шикарный подарок, шикарный. Это уже, конечно, знаете, для таких людей, которые занимаются съемкой. Так, еще надо мне коробку эту вытащить. Хорошей съемкой занимаются люди, которые там, наверное, знаете, такие, знаете, уже раскрученные блогеры, популярные. Но я себя тоже считаю не мелкой мошкой, поэтому, наверное, я заслужила такой подарок. Это мне моя семья, мои дети, муж подарили вот такую вот Мозу, такой стабилизатор. Просто открою на секунду, покажу вам эту красоту. Буду, конечно, изучать и буду пользоваться. Само собой, вот инструкция, будем читать, будем изучать. Вот такая красотень. Сейчас, секунду. Сейчас я поставлю просто поставлю обычный телефончик. Вот так, наверное, да? Если вот так вот взять, у меня обычный телефон, я на нем не снимаю. Я сейчас включаю. Вот сейчас стабилизатор находится у меня в спящем состоянии. Он, видите, свободно болтается. И мне нужно начать съемку. Я включаю. Я включаю. Он у меня оп и проснулся. Видите? Ну, это вот сейчас, допустим, вот так вот. Раз он у меня и проснулся. Вот уже, он уже держит, уже, видите, уже стабилизировался сам. Я просто так показываю все это на примере. И уже можно ходить, снимать, можно бежать, можно там прыгать. И вы уже не будете, ваше дыхание, там, скачки, как на селфи-палке там дергаться. Ну, в общем, у него здесь достоинств очень много. Берете вот так вот, приворачиваете. Вот. Вот так вот, видите, ножки. Вот он стоит. И можно уже делать съемку. И он даже, есть такая функция, я потом расскажу, что есть такая функция здесь, что вы будете ходить, и он будет за вами вот так вот за вами будет везде следить. Вправо, влево. Ну, конечно, я очень довольна. Вот такой вот стабилизатор. Я его хотела, но я никогда не думала, что так он быстро у меня появится. Оказывается, мечты сбываются. И нужно верить, что когда-то что-то... Сейчас надо уже новую мечту мне загадывать. Может быть, что-нибудь у меня опять в голове произойдет. Я буду мечту загадывать, и она у меня, эта мечта, сбудется. Вот, смотрите, какой стабилизатор. Профессиональный. Профессиональный. Очень удобно держать его. Вот так вот ножки сворачиваются. Они даже могут быть вместо ручки. И можно качественную съемку делать. Я потом ссылочку дам на этот стабилизатор. Там просто профессионалы, кому интересно, просто правильно расскажут все, объяснят и покажут. Вот. Так что я хвастаюсь немножко заранее. Теперь у меня нет селфи-палки. Я ее вчера подарила Степе, а у меня теперь есть профессиональная вот такая вот штукенция. Ну, скажем, тоже профессиональная селфи-палка. Вот. Я очень довольна и счастливая. Ну и заодно уже хочу показать, пока у меня совсем не завяли, мне подарили вот такие розы. Вот такие розы мне подарили на мой день рождения. Просто хвастаюсь. Я хвастушка, и вот уже даже, видите, головка уже стала опускаться. Ну вот такие вот они. Вот такая красота. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет.